Привет. Меня зовут Олег. Я актер. Играю в театре, снимаюсь в кино. Мне всегда интересна суть истории. Почему тот или иной персонаж поступает именно так? И что им движет? Ответ всегда один и тот же, и каждый раз он меня удивляет. Он очень простой. Любовь. Всеми нашими поступками в самой глубине души руководит именно любовь. Мы не знаем, что это такое. Мы не можем это объяснить. Можем только почувствовать. Но когда она возникает, появляются преграды и порой самое страшное. Но это, знаете как? Как какая-то проверка, как экзамен. А вообще, достойны ли мы прожить хотя бы на мгновение это самое чувство? Я играю разных персонажей. Простых, плохих, хороших, сложных. Но каждого из них я пытаюсь наполнить именно этим чувством. Чувством любви, которое сильнее всего на свете. Всего и всех. Мы встречаем в жизни много разных людей. Кто они, мы не знаем. Но одно мы знаем точно. Они идут навстречу друг другу, несмотря ни на что. Потому что не могут не идти. Знаете, это как танец. Ведь танец — это любовь. История любви. Какой танец танцуют они? Какая история любви ждет их? Может быть, румба? Может быть, вальс? А может быть, ча-ча-ча?